вас на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть игру «Как достать соседа». Со мной сегодня моя дочь Ксения. Ну, понимаем уже. Это уже все поняли. Все поняли. Итак, «Как достать соседа». У нас остался последний сезон, да, по-моему? Да, вот. Если еще там сосед 2. Да, ну, с этим потом. Итак, давай, утренняя гимнастика. С каждым днем брюхо соседа все жирнее и толще. Пора заняться гимнастикой. Он перепробовал все от штанги до йоги и батута, чтобы согнать жир с тучного брюшка. Но не видать ему тишины и спокойствия. Вуди успевает там и тут. Ты готова? 10 пакостей надо сделать? 10. Ты меня застрелить хочешь? Этим пистолетом. Это пистолет кто? Это дракон. Давай, подожди. Не надо микрофон нам. Он же нам нужен. Так. Минутку. Так. Вот так. Ага, наверх. А зачем наверх? Ага. Так, бери. Что-то можно с ним сделать. Что, что с ними можно сделать? Так. Ладно, мы, значит, не все взяли. Использовать так. Ну-ка, давай, на скакалка первая. Скакалка, сейчас не повезет ему с скакалкой. Почему? Мы что-то там наблюдали. Так, а я не понял, а что, он на балкон, надеюсь, не пойдет? Я испугаюсь, что сосед это сам и ты. А это сосед. Так, ладно. Это что такое? Использовать стероиды. Использовать книгу об узлах. Использовать пилу для металла. Так. А что нам надо? Успел. Так. Сейчас упадем. Собирай. Прыгай. Так.
заменяем книгу. Ну-ка, давай. Ладно. Ага, вон он. Так. Мы успели. Все, сейчас он на скакалке. Смотри. У меня получается. Ты как думаешь, что еще можно сделать здесь? А, смотри, тут электрическая эта штука. Так. Мы сейчас подпилим ему штангу. Что-то взяли. Нечего. Рыба покормила, ага. Съели тебя рыбки. Так. Получилось. Смотри, сейчас навяжется. Подожди, подожди. Так. Иди на батуте попрыгай. Собаки мы не успеваем. А я успел. Дракон, тебе нравится вообще игра? Мне нравится игра, но ты, ну ты выглядишь как еда. Я еще не толстый. Смотри, он толстый сосед. Если его съесть, тебе надолго его хватит? Тебя надолго. Куда мне можно вот эту штуку-то здесь? Ну? Ты лучше скажи. Что сказать? Какие пакости еще можно сделать? Вот. Да. Только я не знаю, где ролики мне использовать. Это мы используем здесь. Так. Нету ничего. Подожди. Надо что-то... А где тут еще что-то есть? Так.
Так, а как вам? Будем смотреть еще разок. Так. Сначала возьмем что-то с сумки. Там что-то было. Да нету. Да нету. Я уж вижу, что ничего нету. Тут мы тоже вроде не так ничего не взяли. А нет, что-то взяли. Давай. Я в подвал-то боюсь спускаться сейчас. Хотя у нас есть время, есть. Давай, берем пассатижи сейчас. Это мы то, что знаем уже. Так, выходим. Пружина. У нас не было в прошлый раз пружин. Так. Подожди. Пружину мы кладем сюда. Здесь у нас что? Так. Берем ножовку. Так. Стероиды мы рыбкам даем. Ой. Книжку мы здесь меняем. Где-то тут что-то было. Вот тут. Сейчас с ним беды будут случаться. Итак. На тебе. Так, рыбку мы сделали, книжку ему поменяли. Шарики, это три. Почему? А, он должен был это. Потом, сейчас смотри, узлом завяжется. Так, куда ты пойдешь? Так. Тут свинка, смотри, есть. Это кто? А это чья попка? Зебра. Так. Пока у нас хорошо. Ух ты, ух ты, ух ты. Смотри, сейчас забыл. Чтоб так же до потолка. Бу-бум. Так. Давай, 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 выходи. Куда пойдешь?
Сашка не туда нажал. Я не туда нажал, представляешь? Нет, ты тоже не хочешь батут такой? У тебя был вот такой батут. Да, конечно, прям до неба сейчас. Ну почему до неба? До потолка. Так. Иди быстрей. Так. Ладно. Сюда. Вот по столе что-то лежит. Или это мне кажется? Назад. Еле успел. Давай, уходи. Спортзал. Сейчас. На. Это мы сделали, да? Так. Мы почему-то не можем. Мы можем сейчас книгу. Где мы книгу брали? Ладно. Давай завязывайся в узел там. А, вот здесь мы книгу брали, в тумбочку. Опа. Ну, давай. Сейчас. Рыбки тебя. Опа, а я успел спрятаться. Вот это выросло. И зависло. Стало чуть больше. Так. Что-то мы не доделали. Надо что с ковриком-то делать? Так, сейчас с ним еще две неприятности будут. Так, вот может зеркало? Нет, зеркало не трогается. Что тут еще такого? Есть. Посмотреть на аквариум. На рыбий корм. Открыть тумбочку. Ну мы уже там все взяли. И у дракоши тоже. Так, это мы 6 пакостей сделали. А-а.
Давай, мне надо книгу тебе поменять. А он в подвал идет. Посмотреть на дело тренажер. Ну мы его и так делали между прочим. Да. Так. Сейчас пока он на скакалке будет. Так, что мы можем? Сейчас ему будет тренировка, да? Подожди, он вон зашел. Давай, давай выходи. Сюда. Сначала путаем здесь. Потом перерезаем здесь. Так. Нет, мы книжку не поменяли. Ну ничего, мы подождем. На батуте попрыгать, конечно. Что там звучит? Велотренажер. Я думал, нам на коврик что-нибудь там пролить. Ему в еду что-то добавить. Кстати, ты представляешь, еду бы что-нибудь добавили. Помнишь, когда с собой добавляли? А, шампунь, у него волосы поросли там. Волосатый стал такой. Выпал. Только зашел домой. Все, теперь остается нам только ждать. Осталось 3 пакости. Вот он сейчас его здесь ударит током. Сломается штанга. А потом он, когда пойдет делать узел, он завяжется на коврике. Вот считай, вот здесь вот раз резин, два это вода с током, три это штанга. Это, считай, в подвале только 3 штуки. И сломала. На. Кстати, как он ее сделал, я не знаю. Штангу. Что, не получилось? Никакого праздника. Так, интересно знать, а мы догнали, нет? Нет, наверное. Смотри, какой кузов у него. У тебя такой же. Нет? Точно не хочешь такое? Смотри, какой он бук-бук-бук трясется. Вот он, все, берет, идет книжку. Это наша последняя пакость. Ну там все еще рыба зависла. А все, она такая будет, мы же ее раскормили. Как он ее кормил? Не смысл? Она уже вон большая такая. Смотрим вниз и все. Итак. А у них, смотри, у них утро, наверное. Или вечер. 10 вечера или 10 утра. Опа! Не получилось. 10 из 10. Ну что ж. Ну я думаю, это неплохо. Что, еще одну сделаем?
два последних и уже будем заканчивать. Давай, так. И что у нас здесь? Наш сосед настоящий дока по части инструментов. По крайней мере, сам он считает себя мастером на все руки. Завернуть болт здесь, просверлить дырку там, вмиг прочистить раковину и починить отопление. Не так-то это оказывается просто. Надвигается настоящая катастрофа. Нет сомнений, Вуди примет в ней живейшее участие. Мы тоже. Мы пакостники. Ты пакостник? И я пакостник. Сейчас мы будем пакостник. Так. Короче, у меня одни странные чувства. Вот когда это что-то ставят наверху, там, там люди смеются, что там что-то поставили. А здесь нет. Очень странно. Успел. Ну давай, смотрим. Сейчас в подвале сначала будет. Уходи. Ага, где-то батарея. А, батарея сейчас его спалит. Горячим кипятком. Они успели. Так, давай переснимем. А то неплохо начинали. Ну-ка. Так, сначала батарею мы портим, что-то там ушло. Так, это мы все успеваем сюда. Здесь. Вот видишь? Так. Больше нам здесь нечего брать, да? Ой, он идет к нам. Сейчас пустится. О, в туалете, смотри, что-то раковина. Обожгёт, да. Убавил немного крика. Сейчас раковина его, наверное, обрызгает. Ну вон она сломанная лежит. Ага. Надо тут что-то быстро-быстро двигаться. Ничего нету. Точно мы ничего не можем. Так.
бери. Что, в холодильнике ничего нету? Так, а что нам надо сделать-то еще тут можно такого? Сюда, шнур надо куда? Шнур надо сюда. А сюда-то тогда что? Так, все пробки сидят в гнездах. Так, что-то я не понимаю маленько. А куда нам тогда надо? Так. Давай, давай, Вуди. Ничего нет. Да вот, смотри. Так. Что можно взять? Я не знаю, что тут можно взять. Книга. Так, это мы. Я просто не знаю. Да нет, шарик это не достойки. Ага, мы вот так портим. Так. А таким проводам идет только. Он здесь что-то делает, лапочку. Так, посмотреть на провода. А вот он вытащил ее. Теперь мы должны быстренько туда пройти и подменить. Давай. Успел. А я успел. Так. Куда мне провод? Ты знаешь, куда провод дошел? Так. Сейчас его там током ударит. Смотри. А, нет. Улетела просто штучка у него. Давай, давай, уходи. Ничего не попортили. Ага, вот лестницу испортили. А куда нам этот провод?
Нам еще столько пакости надо сделать. Да, только где их взять-то столько пакости? Даже предположения не имеешь. Ладно. Так, сейчас там он упадет. Так, давай. А куда тебе надо? Куда, куда? Что мы тут еще не сделали? Я успел спрятаться. Так, пробки все. Надо, когда он вытащит, наверное, пробку, тогда поменять. Мы что-то не сделали. Так, нет, он пробку не вытащил. Что-то мы не взяли. Батареи пошел проверять. Ты, Ксюшенька, ничего не видишь, что еще можно тут взять? Раковина. Вот раковину мы так и не поняли, как делать. Посмотреть на трубу. Подожди. И опять к трубе. Так, кресло мы ничего не можем сделать. Так. Вот сейчас он вытащит. Я не знаю, какие. Ну, это уже опасно. Какие пакости можно еще сделать? Хм. Так. К трубе, что ли? Нет, не к трубе. Из мусорки все достали. Ай-яй-яй.
Так. Так. Что-то мы не так, что-то мы не взяли. Ой, нет, назад. Выходим. Телефон нет. Что такое лежит? Посмотреть на лестницу. Смотрели. Использует тряпицу. Посмотреть на розетку. Тряпицу надо. Так. Куда пойдет? Да, блин! Теперь туда снимем. Все не так, как мы хотели, да? Ты как? Ты спать уже хочешь? Ну что, сейчас. Куда ты? Давай быстренько туда спускайся. Использовать тряпицу. Использовать закрытый вентиль отопления. Взять. Осмотреть рабочий стол. Осмотреть длинную стойку. Эй, надо было быстрее идти. Да, ну, что-то, что можно заткнуть эту штуку. Я даже не знаю, что это. Чем можно заткнуть этот фонтан? Тряпкой, наверное, этой. Ага, вот оно как. Сюда надо электрический ток подвести. Мы спрятались. Спокойно, спокойно, дракон хочет спать. Не спит. Спокойно, чуть не попались. Да, мимо собачки, мимо нее самой. Открыть тумбочку, взять книгу. Так, ничего нету.
Так, понятненько. Ладно. Сейчас. Ты наверх, а мы вниз. Сердится. Какой сержу. Так. Что-то мы где-то что-то не взяли. Так. Да стой, нет. Надо когда вытащить, да? На болгарку мы видели. Понятно. Так, только мы его сейчас осмотреть, винную стойку мы осматривали. Так, осмотрите рабочий стол, идти в подвал. Вот сейчас вот только мы дали. Это у нас шестая пакость. Где еще две пакости? Давай. Еще две пакости. Надо вот здесь что-то сделать, только я не знаю, что, я так думаю. А только что сделать? Так. Открыть. Вот, теперь по порядочку. Что-то где-то. Опа. Это всегда будет смешно, да? Да. Это же точки ягод. Я сейчас такое буду. Ну, только ударило. Последняя, да. Пакость. Последняя пакость осталась. Это знаешь, что мы ему вот в кран подкрутили. Сейчас его только ударило, когда он залез на табуретку. Ой-ой-ой-ой. Жалко, что у нас маленький-то экран. Да? В оконном режиме смотреть приходится, так-то бы его как-нибудь расширить на весь дом. Осталось ждать только, когда он сюда пойдет. Давай. Ну что ж ты так? Ой, если б я знал, думаю, посмотрели, как тебя током ударило.
Да ладно, смотри, какой дракон. Ладно, сейчас спать пойдешь. У нас последний шалос осталось. Дракон, что с тобой? Надеюсь, получилось. Дракон, что с тобой? Ну давай, смотрим, что у тебя получится. Если не получится, значит надо будет его два раза закрывать. Так. Иди раковину. Вот сейчас раковину пошел делать. И возможно в это время нам надо было второй раз спуститься и открыть его на этот раз. Ну давай. Да, надо было спуститься и еще раз открыть его. Так, вот сейчас он его откроет. Давай. Все. Теперь я понял, как эту последнюю пакость сделать надо. Мы делаем так. Надо ждать только долго. Ксюша. Теперь он закрыт. Как и должен быть. Когда он пойдет батарею туда проверять, мы пойдем и откроем его. Осталось немножко, ты представляешь? Побосяра, смотрите, какая краса. Твоя краса. Так, а я-то там спрятался в шкафу. Я сам-то где? Здесь в шкафу. Вот такая сложная головоломка последняя. Надо ждать. Когда и смотреть, когда он закрытый, когда открытый. Блин, вот я в детстве вот в такие игры играл, логически. Давно не играл. Лет, наверное. Посмотри, что здесь. 25. Дракона порвала. Да это он сам порвался. Дракон не может порваться, он мистическое, фантастическое существо. Пиу-пиу. Подожди, пиу-пиу. Не, у меня да. Блин, вот так вот кто проходит-то, да? Когда знаете, что вас ожидает. Вот сейчас вот он идет. Вот смотри, вот. Все, ловушка готовится. Он идет закрывать кран. Ну, кран уже закрыт. Все. Идет проверять батарею. И вот сейчас у нас есть шанс. Вот он. Давай, уходи. Соседушка тоже. Быстрее давай. Вот все. А теперь смотрим. Переносимся сюда. Долгожданный момент. Он думает, что он закрыт. Но мы-то его открыли. Последняя пакость. Господи, если бы он соседа увидел, мне кажется, он пострелил бы его. Ну что ж, на этом все. Блин, сложная миссия немножко, да. Последняя, наверное, будет еще сложнее. Ну что ж, на этом все, да. Устала, да? Делать пакости. Никогда не делай пакости, делай только добрые дела. До свидания, ребята.